В Одинцовском округе подходит к концу прививочная кампания. На сегодняшний день прививку сделали 187 509 человек, что составляет более 90% от запланированного количества, рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов. Эпидемиологи утверждают, что риск заразиться после прививки снижается на 90%. Поэтому всех, кто еще не присоединился к прививочной кампании, глава призывает это сделать. Напомним, для вакцинации применяются современные медицинские препараты «Клюэм», «Грипол плюс» и «Савигрип», защищающие сразу от трех штаммов вируса.